нет. Вот он чувствуешь, как он. Да. Да. Значит, я палец, если я вот сейчас так сделал, то ничего не смогу. Конструкция сабинного палец куда вот выходит? Вот это вот, вот. Это удар, если поломал. Так, видно, вот допустим такой вот. Если я беру сабинок, и моя задача грузить надо. Терпи. Терпи. А теперь, видишь? Значит, я что, загрузил, да, я вот это все, то в состоянии же. Чувствуешь, как он лицает? Значит, я тоже движение, я думаю, все, что угодно могу падать. Быстро. Вот. Чувствуешь? Расслабься, Сань. Давай. Я сейчас не могу падать, я специально, чтобы во мне быть, да? Вот, значит, да. Значит, вот такая вот она естественность зимняя, вот она. О, бедный свой. Возьмите вот так, то же самое, пошатайте человека, ну, для учебы. Не надо вам жестко, надо правильно. Давай. Давай, ну, пальцем каким этим. Вот я стою, вот стоит человек, идет. Вот, если сейчас кого-то вызову, да, речка, он будет сжать эту руку никакой вину. Если, значит, видно, ничего делать. Слышишь, что сейчас сделал? О, видно вот это там, о, куда пошла? Все у меня пошло в одну точку, давай. Чувствуешь? Беру за губу, опа, ни хрена, а вот она, тоже движение, только здесь губа верхняя, нижняя, видно, ни хрена не будет, а здесь один, о, вот я убрал рифты, вон, видишь, как неприятно, да, Саша? Смешно, но эффективно, давай. Это я тут не снизу. Да, я только, вот верхняя губа, то же самое, а гружу, да я стою, как бы так, мастерюсь, вам надо садиться, вот я взял, допустим, вот, видно, я, о, присел, где силы брать, что, на выше губа. Вот попробуйте ключицу вот залез, да? И за губу, например. Ну, ладно, давайте уж тему. А сюда можно? Вот сюда то же самое. Как я наваливаюсь на него? Вот представьте тоже два карандаша. Вот. Топачок, я не буду. Вот, вот видно здесь вот такие. Значит, винчиваемся, смотрите. О, видно эффект такой. Но у нас, допустим. Да, можно и ручки, и глаза все разорвать, и... Но у нас, допустим, если мы... А нет, ничего, а значит, что? Я беру вот сюда, и вот эти тоже фаланги, знаешь, делаю из них как палку, да, или как вот эту ручку. Видно, нифига тебе все. О, эффект. Видно, я держу. И я эту силу держу, держу, и... Наваливаюсь, да? Опять же, это... Чисто мы так отрабатываем. Давай, что делаем? О, а теперь я залез, видел? Я... То есть у меня руки расслабились, залез. Давай. Ну, а теперь мне за уши хорошо. То есть у меня вот сюда уже это дело когда не очень. Вот теперь спокойно. Значит, за уши что мы делаем? Взяли ухо, вот так сжимаем, натянулось. О, видно, натянулось, уже достаточно. Проворачиваем эту вытяжку, как белье, я уже тоже миллион. О, а я сейчас проворачиваю, видно, вытяжку не стал делать. Все, а теперь все попробуем. О, я лишь держу эту силу. То есть получается работа в трех плоскостях. Так она натянулась. Вот я проворачиваю, как белье ужимается, и в третий. Можно за одно ухо, оп, за два, уже все здесь. Там можно шею ломать, это уж не так. Давайте